Привет, мои любимые солнышки! Я знаю, что вы давно ждали мои видео, и я вот недавно вернулась из поездки в Тюмень несколько дней назад, и наконец-то нашла время для того, чтобы записать это видео. Я знаю, что многие из вас любят распаковки, и я еще ни разу не записывала такое видео, но решила немножко вас порадовать и поделиться немножечко тем, что я купила. Мне кажется, вам тоже это будет интересно, потому что, несмотря на то, что мне уже 27 лет, я все равно люблю покупать всякие такие штучки, которые мне нравятся. Неважно, какой мой возраст, важно то, что мне нравится, то, что меня радует. И я вот немножечко делюсь с вами. Итак, я вам покажу, наверное, не все, а хоть что-то, потому что видео, мне кажется, получится долгим, если я вам буду все показывать. Ну, допустим, недавно я купила вот такие стразики. Вот видите, у меня вот здесь вот такой стразик. Вот, у меня уже заканчивается моя упаковка. И я себе купила вот такие две, еще дополнительные, которые мне, скажем так, помогают вот в этом украшении. Или же какие-то поделки делать, что-то еще. Также я купила вот такие вот наклеечки. Вот. Вот. Тут еще животные и мебель, это такая обстановка. То есть можно с этими наклейками тоже что-то придумать и сделать. Я не знаю, любите ли вы лизуны, но мне вот нравятся лизуны. Последние почему-то дни я их как-то полюбила. И вот этот, допустим, лизун, он такой вот жидкий. Смотрите, вот видите? Сейчас я вам его покажу. То есть он вот такой вот жидкий. Говорят, что им можно чистить клавиатуру. Я еще не проверяла, не пробовала. Но мне нравится он. Только нужно аккуратнее. Он потому что какой? Легко передвигающийся. Сейчас я его обратно в бутылочку. И покажу вам следующую покупку, которая тоже меня радует. Так, следующее у нас это будет. Это тоже такой лизун. Но мне кажется, что он больше похож на слайм. Вот он такой вот розовенький. И вот такой вот. Я вам вытащу кусочек, чтобы его немножко показать. Вот, смотрите, он вот так вот тянется, тянется. Его можно вот так вот мять, раскатывать. Еще он, ну, так нормально пахнет. Немножко даже приятно. Ну и цвет. Самое главное это цвет и то, какой он на ощупь. То есть его можно вот так вот открывать, потом снова скрепливать и играть. Но мне нравится. Если вам тоже нравятся какие-то лизуны, или там какие-то наклейки, фразы, или еще какие-то штучки, напишите. Мне будет интересно. Возможно, что-то я из этого буду покупать, и если вам будет интересно, смогу вам показать. Вот, например, вот такие, как они называются, смешистые или как-то. В общем, я это купила для того, чтобы брелок у меня был. Я его прицепила к телефону, точнее, к чехлу телефона. Но так как я была на фильме и было темно, я как-то так не увидела и немножко его оторвала. Но у меня есть другой смешист, который еще нормальный. Вот он. Видно его, я его еще не распаковывала до конца, но он тоже такой вот мягенький, миленький. Вот такие штучки. А, еще есть такой вот лизун, он очень интересный. Он с магнитиком, смотрите. А, вот здесь вот сам лизун. Вот в этом мешочке, пакетике точнее. А вот магнит. И когда вот этот лизун вытаскиваешь, можно магнитом его вот так вот двигать. То есть куда магнит, и за ним идет лизун. Там какие-то есть частички, которые как-то вот... Видите, магнит как прицепляется. То есть с помощью этого магнита можно управлять этим лизуном. Чтобы видео не было слишком долгим, я не буду вам показывать, но я думаю, вы поймете, что вот так вот катаешь, допустим, шарик, и вот так вот делаешь магнитиком, он вытягивается. Вот такой вот. Это я тоже себе купила, потому что мне понравилась эта идея. И интересно вот так вот тоже играть. Что еще хочу показать? А, вот. Если, допустим, вы любите расчесываться,
или же понимаете, что вам это периодически нужно, особенно девчонкам, у которых длинные волосы, то очень удобно, когда расческа небольшая, то есть она не занимает много места. Я себе купила вчера вот такую вот дорожную. Я вот скоро снова уезжаю. Это будет уже другой город. Вот видите, она такая дорожная. И получается вот так вот делается. Здесь еще есть зеркальце. Можно смотреться, расчесываться. И получается вот так вот. Так, что еще вам показать? Я купила себе еще вот такую. Как это называется? Ой, я забыла. Йо-йошка вроде. Йо-йошка, да? Она еще светится. Вот. Вообще она светится, не знаю, видно? Вот, смотрите. Видно или нет? А вот. Ну, чуть-чуть видно, да? Красненьким таким. Немножко, огонечком. Мне еще нравятся пузыри. Пузыри. Я себе купила вот такие пузырьки. Особенно на улице интереснее пускать, потому что там больше пространства. Но здесь тоже. Вот так вот получается. Если вы любите пускать пузыри там дома или на улице, напишите. Мне будет приятно знать, что оказывается у нас много. Еще я купила себе такой вот шарик. Когда он надувается, он будет вот таким вот смайликом. Сейчас попробую его чуть-чуть надуть. Ну, в общем, его можно сделать больше и играть им. А, я еще мячик купила. Ну ладно, я его не буду показывать. Он там в столе, надо его доставать. Вот покажу вам одну из самых приятных покупок. Я долго искала себе эту вещь. И наконец-то нашла ту, которая мне действительно нравится. И это микрофон. Вот такой вот микрофон. Он еще светится. Сейчас я его включу. Вот я его включила. И сейчас... Смотрите, и в него можно говорить и даже петь. И можно подключать музыку там через Bluetooth, через AUX, через флешку. Вы меня спрашиваете, какая моя любимая песня? У меня много любимых песен. Одна из, например, «Радость, привет, я долго ждала». Вот это, допустим. Там «Лучшее, все лучшее ждет нас впереди». Лучшее, все лучшее есть. Не помню слова, надо подучить. Но, в общем, я думаю, те, кто слушал эту песню, вы поняли. Или, например, вот это. Я грею счастье внутри, смотри, она с тобой связана. И так далее. А еще здесь, кстати, эхо есть. Мои любимые, всем привет! Вот, допустим, если бы я вас так приветствовала с эхо, то вы бы меня вот так вот слышали. Но это не очень удобно, мне кажется. Хотя, может быть, вам нравится? Напишите мне об этом. Ну, здесь уже остались у меня конфеты. Такие дрожжечки со вкусом голубики, малины. Какой-то сок яблочно-персиковый. И еще какая-то конфетка. Я вам не стала показывать все покупки, потому что и так уже получается 10-я минута. И мне кажется, это долго, хотя не знаю, может быть, для вас это все равно интересно. Если вам нравятся такие долгие видео, где я вот так вот с вами общаюсь и рассказываю о том, что происходит в моей жизни. Вообще хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы активно комментируете мои видео, потому что это меня мотивирует записывать новые видео, и я думаю, какое же видео записать, стараюсь находить для этого время. Вот нашла время, записала вам распаковки, которые вы увидели, немножко показала то, что я купила за последние дни, то, что мне нравится, меня радует. Напишите, какие у вас пожелания, то есть, что вы для себя, допустим, покупали или хотите купить, или там это могут быть игрушки, какие-то приятные вещи, ну, что-то такое, что вас радует. Напишите мне, пожалуйста, о том, что вас радует, и сейчас отключу микрофон. И спасибо вам большое за то, что смотрите мой канал, за то, что вы на него подписываетесь. Я вас люблю, обнимаю каждого. Вы мои хорошие, прекрасные, солнечные. И
Просто будьте счастливы. До встречи!